уже 10 лет. И вот 5 лет я принимаю продукцию, нашу замечательную продукцию Wellness. Первый раз с продукцией я познакомилась, когда приехала на Золотую, на свою первую золотую конференцию в Греции, замечательный город Афины. Я увидела на сцене Ольгу Николаевну Григорян и услышала то, что она говорит. Но так как я в компании уже была достаточно промежуток времени очень большой, я настолько доверяла, верила нашей компании и верю сейчас не только компании, но и тому продукту, который производит наша компания. И естественно, что новый продукт меня заинтересовал в том числе. И я стала принимать этот наш замечательный продукт. А у меня вот тут вопрос созрел на самом деле. А что вы рассказываете о продукте? То есть и как работаете с этой категорией? По-разному, Юля, мы работаем с этой категорией. Ну, во-первых, это презентации. Потом это академия у нас есть. Новая, совершенно новая. Мы провели ее, знаете, такую первую академию, но я думаю, что это продолжится наша академия в дальнейшем. У нас еще на презентациях мы рассказываем о продукции. В каталоге вкладываем обязательно продукт наш, не продукт, а каталог Wellness. То есть очень много разговариваем с клиентами нашими. И я хочу сказать, что недавно у нас был запущен такой пилотный проект, вот Академия Wellness, немножко об этом. Она состояла из 7 занятий, практически продолжалась у нас 2 месяца. На это мероприятие мы приглашаем людей в воскресенье. Почему в воскресенье? Потому что это выходной день, и людям было удобно прийти в этот выходной день. До обеда они сделали все дела, потом в 13 часов они приходили к нам в офис. Занятия длились у нас где-то 1,5 часа, 1 час, в зависимости от того, какая была тема. Но какая же была тема занятий? Темы были совершенно разные. Так как продуктов у нас очень много, и у нас стояла задача в течение этих 7 занятий, мы даже сначала не знали, сколько у нас будет занятий, вот, в течение 7 занятий получилось нам рассказать обо всех наших продуктах, и у нас так получилось, что мы эти продукты разбили на категории. Получилось у нас вот что. Первое занятие, которое у нас было, это был завтрак. На завтрак мы подавали чай, батончики, мы дегустировали эти замечательные продукты, тестировали их. Людям это очень понравилось. Мы рассказывали о составляющих этих продуктов. И задача-то какая у нас стояла? Чтобы после этого мероприятия этот продукт людьми был куплен. И, по-моему, с этой задачей мы очень справились. Второе мероприятие у нас было, это был обед. На обед мы пригласили на что? На наши замечательные супы. У нас 2 вкуса. Еще делали микс. И к супам мы подавали сыр. И еще мы воспользовались секретом из книги рецептов Игелеса. У нас такая есть директор Светлана Шевченко. Она приготовила на первой странице, там есть очень замечательные овсяные хлопья, пожарила и еще какие-то вещи добавляла и приготовила. Нам очень это понравилось. Понравилось нашим клиентам, которые посетили это мероприятие.